один. С голоду сел он мышам и посадил в карантин нашу планету Земля. Люди боятся дышать, мимо друг друга идя, и подозрительно так, прямо в глаза мне глядят. Миллион, миллион, миллион горьких слез. Кто же теперь во всем виноват всерьез? Мыши, китайцы, масоны и Дед Мороз. Миллион, миллион, миллионы заражены. Тысяча тысяч лиц с нами больше нет. Я так хочу, чтоб мир наступил сейчас. В этой войне летучих мышей и нас. Месяц мы дома уже. Рушатся нефть и бюджет. Если у вас нету пса, значит печальный сюжет. Раньше спасал Куршавель, ну а сейчас ИВЛ. Как же цепочку разорвать? Кухня, диван и кровать. Миллион, миллион, миллион горьких слез. Коронавирус, сука, ты нам принес. Кто же теперь во всем виноват всерьез? Мыши, китайцы, масоны или Дед Мороз? Миллионы, миллионы, миллионы заражены. Тысячи тысяч лиц с нами больше нет. Я так хочу, чтоб мир наступил сейчас. В этой войне летучих мышей и нас. На мне объявят ЧС, чтобы не тратить лаве. Надо еще подождать чуток. Скажут ребята в Кремле, мол, мы победили фашизм по-любому и победим корону. Но как бы на том пути не помереть с голоду. Миллион, миллион, миллион горьких слез. Коронавирус, сука, ты нам принес. Кто же теперь во всем виноват всерьез? Мыши, китайцы, масоны, не Дед Мороз. Оставим его в покое. Миллионы, миллионы, миллионы заражены. Тысячи, тысячи лиц больше с нами нет. Я так хочу, чтоб мир наступил сейчас. В этой войне летучих мышей и нас.
Я желаю, чтобы твой маршрут из режима холодильник, кровать, диван увеличился до масштабов планеты. Я желаю, чтобы ты и шашлык наконец встретились. Я хочу, чтобы ты большой компанией отметил победу и смог обнять своих друзей, не думая о последствиях, счастья и терпения. Adiós.